реки, ядом не трави, мир переверни, землю сохрани. В каждой теплице, на каждом листке команда биозащиты поможет тебе. Смотри, мир в ядовитом плену, все бегут в этой гонке урожая и травят еду. Все говорят, природу поздно спасать и поздно лечить, плевать, с вами мы еще все можем спасти. Можем спасти, можем спасти. Мы травим природу сами, она кричит голосами своих детей и голосами их детей. Обработки менять местами, результат вы видите сами. Круговорот идей агрономов точно достанет, они решат все сами. Пойти на свет, сказать химии просто нет, и больше их не заставят травить себя и нас с вами. Своих детей нас не догнать, мы идем вперед, пусть тяжело, но успех нас ждет. Снова успех и снова полный зал, и эти стенды в темноте, нами зажженный фонарь. Тысячи людей травили и травят, даже тысяча может взять и все исправить. Мы вместе здесь, и нас не победить. Наши дети должны кушать лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Агрономов точно достанет, они решат все сами. Пойти на свет, сказать химии просто нет, и больше их не заставят травить себя и нас с вами. Своих детей. Когда клещи нападают, энтомофагов выселяют. Скорей, скорей, бери тупу, запускай клещей. В природе так бывает, клещ клеща съедает. Круговорот клещей. Тогда плод созревает, здоровым вырастает. Для всех людей, а главное для их детей. Если травить перестанем, опасности не станет. Для всех детей. Когда тебя не станет, какой ты мир нам оставишь? Что будет в нем? Здоровье или яд кругом? Для следующих поколений таков закон вселенной. Жить не вчера. Вы просто оставьте нам память, планету не хотели быть сами. Жить и трудиться в ней.
огромное спасибо нашим деткам. Огромное спасибо. Наше будущее. Все, что мы делаем, мы ради них. Наши маленькие артисты, наше маленькое будущее. Друзья, группа «Биозащита» и их дети.